девочка из машины действительно выпала. О, зацепился. Обидно, да? Зато весело. А чё ж без шнокеля-то, а? А он тут? В салон, что ли? Да не. Подкапотный шнуркель. Да это разве шнуркель, блин? Ну, шнуркель за 300 рублей. 2,5 рубля шнуркель стоит, видишь? А сейчас будешь ремонт машины делать. Вообще нырнул, молодец, а. Я это цену услышал. Московский ОМОН. Первая машина, а? Вот все-таки. Изумительная трасса, все очень компактно, все вокруг базового лагеря, никуда бегать по деревням не надо, никого искать не надо, вот оно все вокруг, точки изумительные, я думаю, что все отметят сегодняшнее соревнование по пятибалльной шкале. Организаторы вон решили помочь участникам водички полить на трассу, чтоб жизнь медом не казалось. А ты испытывал до этого? Себе сам делаю. Самое прикольное, что это ж, блин, якоря эти все, всю страну я научил делать. Представляешь, сколько бы сейчас денег зарабатывал? На всех соревнованиях все с этими якорями. А я просто подумал, что их любой дурак может сделать, и патентовать не стал. Один, кстати, умник взял и запатентовал. Ну, в принципе, можно спорить при желании, но зачем он? Уже вся страна знает, все умеет. Вот так вот просто. Нелегко быть штурманом. Мужики, наверное, все сегодня килограмма на 3 похудели. Да и я на килограммчик беру тут для вас.
все весьма аскетично. Ничего лишнего. Нравится мне расположение радиатора. Сейчас многие так стали делать. Знакомая машинка, сколько она пережила. Я попробую найти видео, когда мы на ней катались. Вообще, наверное, лет 5 видео. Сколько он уже пережил. Какая-то реинкарнация по штроку. Тебе понравилось? Да. Слушай, ну трасса вообще крутая, все нам вообще да, шаговая вот доступность. Это трасса настоящий спринт. Да, вообще круто, вообще круто. Все в одном месте, все зрители видят, все видно. Да. Бегать не надо, ни по каким там деревням, селам, никаких 100 километров проезжать. Ты куда собрался? Грузиться на его было. Это еще тот УАЗик или это уже какая-нибудь третья реинкарнация? Тот. Да, у меня даже видео с ним есть, надо поискать. Я после праздников ролик сделаю. Все, он на вас обиделся. Эй, ты че? А, стол, нажми. Все видеообзоры, а также массу другой полезной информации вы можете найти на сайте Джипстрой. С вами был Людоед. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Джипстрой. Кстати, ВКонтакте давно существует одноименная группа.